Бывали мы на фестивале уличной еды. Потратили 1500 вот на такие закуски. Ну, первым делом мы поехали взять том-ям, суп тайский. Вот он такой холодный у них. Люди спрашивали, и люди интересуются. Это соусы к нашим блюдам. Это бао-цзы с уткой. Это бао, тоже типа цзы, с уткой по-пекински. Вот это кундюмы наши смоленские. Пожалуйста. Это тоже вот это смоленские блюда. И вот все это смоленское мы купили. Там были, ой, забыла же ларёчек. С марципаном был. Я мимо него прошла. Думала, на обратном пути возьму калининградский. И не дошла до него. Потратила копейки свои. Саша ушел платить. Телефон МТС. А у нас собственное вот что есть.